Всем большой привет! Тут недавно снимал видео про газон. Но пока газон готовится к выезду, я решил заснять вот этот вот аппарат самодельный. Гусеничная машина на базе автомобиля ОК. Вот. Снимаю конструкцию подробно. Сразу говорю, что вот такая конструкция. Потому что бывает много комментариев. Вот снял и ничего не рассказал. Ну вот, что рассказывать. Здесь все видно. Вот. Вот это все осталось как прежде. Передний привод. Сварено вот такое вот приводное колесо. Вот такая вот гусеничная лента сделана. Такие вот стальные ограничители, чтобы гусеница не слетала. И обычные колеса резиновые. Раз, два, три. Три резиновых колеса и четвертое ведущее. Вот. Здесь вот так вот все заварено, крыло. Вот такой вот аппарат. КамАЗ. Маленький КамАЗ, вездеход получается. Здесь защита. Такая хорошая защитка. Потому что техника гоняет по бездорожью, по снегам. Здесь все осталось стандартное. Ну, как с завода шлака. Все фары, бампер, все такое. Вот. Здесь все то же самое с этой стороны. Такие вот крылья сделаны. Подножечка для удобства подачи водителя в кабину. Вот. Все гениальное просто. Как дважды два. Такая вот машина. ОК. Ну, теперь уже не ОК, а гусеничный вездеход. Вот. Вот здесь смотрим в кабинке. Здесь грузовой отсек. Здесь управление рычагами, как в гусеничном тракторе практически. Вот. Смотрим педальки. Скоростя. Такая вот кабинка. Такой вот гусеничный вездеход. ОК. Такой вот дорожный просвет. Такой вот маленький КамАЗ. Такая вот машина. Вот почему заводы не выпускают, а? Такие вот, ну, подобные таким машинам. А если выпускают, то какие-то слишком дорогущие. А вот для простого человека в деревне вот такая машина прям заводская. По цене простой машины она бы, конечно, для простого человека пригодилась. Не за миллионы рублей, а за стандартную цену такой вот машины. За стандартную цену. Приходится вот так вот переделывать и ездить. Попозже сниму видео в деле,
как эта техника ездит. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет у нас еще много всего интересного впереди. Всем до встречи и пока!